Хоть уклейка там, но это уже радует. А яйчики хорошие были? Средненькие. Ну, маловатые маленько были, да? Нормальные. О, хорошие. Ну ладно, не шукай там уж. Ой, это селедка, а не елец. Селедка, а не елец. Тебе ходил, оставил удочку. А вон где в синем. Да. Положил на пол, положил на пакет, чтобы не этот, не улетел у меня. А? Кусок этого, деревяшки, гриб. И, блядь, поставил сверху банку с червями. Прихожу, блядь, нет. Прихожу только на эту сторону, говорю, Толик, червей кто-то ебанул. Ворона. Ворона унесла. Да он всю банку раздолбил, а червя не тронул. Всю банку расколотил. Зато красная была. Он там где-то стоят, и там в синем костюме тягает маленечко. Про второго или третьего вытянул. Ну, сегодня, скажем, это уже первый день и есть народу столько. Тут было маленечко. А? Вчера погода такая же была, и сегодня такая же погода. Ну. Ветер вот. Ну, и еще добавок немножко постоять, сейчас берег еще согреется. Да, берег греет. Так что. Он здесь стоял, ушел. Он говорит, был в сауне. Там, говорит, сильное течение, но, говорит, елец покрупнее. Он говорит, давай, ну, быстрое течение, говорит, отрывает. Елец это самое хочет течение. Он и хочет течение, да. Он там опять вытащил. Такие вот дела. О, там опять подтащил. Таскают, смотри-ка. Таскают. Вон тоже видишь, тащит. Идет наверх. Ты глубже клади, чтобы не убежал. Вот так. Ну ладно, счастливо ловите. Твоими молитвами. Ну так я постоянно молюсь. Молиться не буду, никто опарыша не захочет. Ну поцеловал хотя бы. Поцеловал. Тебя запутаешь еще, ты говоришь нет. Там опять вытащил. Хоть, в общем, хорошо. Нет, я не понимаю. А то еще сейчас после обеда так прямо на пробку кидай. Чтоб кинул не туда. Я тебя поймаю. На пробку надо было кидать. Да и кидал. Тащи и сидит. Ты знаешь все. Так я от меня с ими все это делал. Это уклейка никак? Нет. Яичек. Яичек. О, видишь. Откуда ты? Понял, откуда я знаю. Я все оттуда и знаю. Не и подсказывать не буду. Ладно. Счастливо. Давайте. Спасибо. Ловите больше. Приманивайте рыбу. И все. А я ночью приду. А, да. Ну ладно, пока. Давай.